Известный французский шеф-повар Марк Вейра проиграл дело против гида Мишлен, лишившего ресторатора третьей звезды. Кулинару не удалось добиться через суд раскрытия критериев, которыми руководствуются создатели ресторанного путеводителя. В решении поясняется, что заявитель не предоставил доказательств нанесенного ему ущерба, а также предвзятости со стороны авторов списка Мишлен. Скандал разгорелся вокруг ресторана Вейра «La Maison de Bois», расположенного в Савое. Как ранее заявил Вейра, инспектор Мишлен упрекнул его в наличии английского сыра чеддер в блюде, подававшемся как савойское. По словам Вейра, чеддера не было, а был сложный рецепт на основе местных сыров. В Мишлен утверждали, что инспектор не упоминал чеддер и назвали упреки Вейра неправдоподобными и выдуманными.